Добрый день, меня зовут Александр Утышев, и сегодня я расскажу вам, как зарегистрироваться в сервисах Яндекса и подключить Яндекс-кошелек. Если он у вас есть, пропускаем этот шаг. Если нет, начинаем регистрацию. На главной странице Яндекса в верхнем правом углу будет кнопочка «Завести почту». Нажимаем на нее. Открывается окно регистрации, в которое нужно будет ввести имя, фамилия, логин. Логин – это как будет отображаться адрес вашего почтового ящика. Довольно проблематично будет найти свободный логин. Которые нравятся логины, они уже, как правило, заняты. Яндекс предлагает варианты, которые свободны. Свободен в моем случае Петрова 17. Переходим к паролю. Можете свой ввести. Можно воспользоваться паролем, который предлагает Яндекс. Логин введен у нас, пароль тоже введен. Яндекс показывает, надежный пароль или нет. Внизу требуется повторить пароль. Появились все зеленые галочки. Переходим к следующему пункту. Предлагается ввести номер мобильного телефона, на который придет код подтверждения. Жмем. Код и телефон можно ввести позже. Я выбираю вариант, у меня нет телефона. Контрольный вопрос нужен будет для того, чтобы восстановить ваш аккаунт в случае, если забудете пароль свой. Чтобы не забыть пароль, запишите его в отдельный блокнотик. Вопросы различного порядка. Фамилия музыканта, любимый киногерой, фамилия любимого учителя. Я выбрал название улицы, на которой выросли. Заречные. Далее предлагается ввести капчу. Семинар. Вводим символы семинар и жмем зарегистрироваться. Сейчас мы возвращаемся на главную страницу Яндекса. Для чего жмем кнопочку Яндекс. Вернувшись на главную страницу, мы видим, отображается наш профиль, логин, который мы ввели, почта, возможность написать письмо, и уже доступен Яндекс.Диск, облачное хранилище на 10 гигабайт. Жмем вот на этот профиль, оконце профиля. Выбираем подпункт «Паспорт». Переходим к вкладке «Паспорт». Здесь будут следующие подпункты. Управление аккаунтом. Можно будет добавить фото, указать дату рождения, сменить пароль или контрольный вопрос. Переходим на вкладку «Мои сервисы». Для чего? Кликаем по надписи «Мои сервисы». Жмем «Мои сервисы». Теперь приступаем непосредственно к созданию самого кошелька. Для этого кликаем по вкладочке «Создать кошелек». И еще раз жмем на кнопочку «Создать кошелек». Кошелек! Указывать нужно номер телефона, который у вас под рукой. Так как на него придет смс-код, его нужно будет ввести в поле подтверждения. Кошелек у нас теперь создан. На баланс у него 0 рублей. Пополнить его можно с помощью банковской карты. Баланс мобильного телефона, который мы указывали, наличными через Сбербанк онлайн. Также нам сразу предлагается привязать банковскую карту. Будем платить прямо с карты, когда в кошельке пусто. Кошелек работает как защита, пропускает платежи, реквизит и хранит секреты. Выбираем пункт «Привязать». И открывается меню, в котором нужно будет ввести карточку, данные карты,
о том, как сделать кошелек именным, привязать к нему банковскую карточку и получить банковскую карту Яндекс.Деньги, читайте на моем блоге в описании по ссылке.